любовный новостной сюжет был не остается. Чтобы и смотреть, и делать его было интересней. Спешка ведь нужна в неэстетичных случаях. А что может быть приятнее и эстетичнее реализации детской мечты в недетском возрасте? Да о чем это мы? Да о том, чем занимаются дети и только немногие взрослые. Это полеты не во сне, а наяву. Реально летают в жизни немногие, но те, кто собрались на областные соревнования по свободно летающим моделям самолетов, делают это. Говорят, с возрастом многие увлечения проходят. Говорят, машины времени нет. Но не о всем можно судить с позиции скептицизма. Те, кто летал в этот день и с кем потом за одним столом обсуждалось проведенное мероприятие, запросто отмотали не один десяток лет назад. То совковое прошлое и то современное настоящее настолько далеко по сути, что поколению нынешнему не понять, ради чего после уроков мы не сдирали значки с автомобилей и рыскали в поисках денег. Тогда для нас они, для налоговых инспекций, таможен и прочих усложняющих жизнь структур, строились дворцы детского творчества. Тогда не было интернета и компьютерных игр. Тогда селитра продавалась мешками, и каждый ученик 8 класса нормальной школы в кабинете химии мог приготовить гремучую смесь. Тогда это было, и это было доступно всем желающим и стремящимся творить. Если вы это помните, и если ваш ребенок при виде этого сюжета сказал «хочу», то для вас и для вашего будущего не все потеряно. Дорогое ли это удовольствие? Дорогое, если не иметь знаний. Знаниями своими я поделюсь. Пункт первый. Нет никакой необходимости в раз размолотить две штуки баксов. Краткий курс аэродинамики и знания закона Бернули вам обеспечат необходимый теоретический базис, который вы можете и должны получить. В то время, когда экспресс-почта доставляет вам интернет-заказ ударопрочные модели самолета-тренера, а лучше планера. Имитатор полетов тоже необходим, но герой Советского Союза или орденоносец рыцарского креста Ил-2 справится. А дальше? А дальше гибельный синхронизирующий заряд адреналина и уважение к труду пилотов и строителей самолетов вам обеспечено. Конечно, не сразу, но вы освоите и плавную посадку, и пилотаж. И если ваш ребенок в этом занятии опередит вас, то 100% вам останется только научить его зарабатывать больше вашего, ибо созидательный заряд он уже получил. Наш же заряд положительных эмоций был обеспечен очередным чемпионским званием, потому как своему автопарку уж год как прикуплен авиапарк, коим первая модель ни в городе, ни в Челябинской области, ни, по крайней мере, на этих соревнованиях конкурентов не имело. Конечно, что порадовало. Это отсутствие авиадром, потому как летали профессионалы. Самое приятное, что даже в классе вертолетов у нас есть специалисты. Хотите такими стать? Ну что ж, реальная возможность сейчас есть.